Совсем недавно от каналов Мистер Якубик и Лего Мультимен я получил вызов ледяного ведра, или ALS Ice Bucket Challenge. Данная акция направлена на борьбу с боковым амиотрофическим склерозом. Что ж, парни, я принял ваш вызов. А теперь я вправе передать эстафету другим трем людям. И первым в моем списке будет Андрей Родионов, создатель группы «Лего Минифигурки Беларусь». Вторым участником эстафеты будет товарищ Сафронов и его канал «Обзоры игрушек». А третьей жертвой станет создатель канала «Той Фан». Друзья, по правилам у вас есть 24 часа на то, чтобы принять вызов. Но все мы ограничены во времени, так что не спешите, главное участие. Правила акции смотрите в описании. А на этом у меня все. Благодарю за ваше внимание. Не болейте, закаляйтесь. Пока-пока.